Привет! Меня зовут Владимир Шереметьев, и вы смотрите обучающее видео Dubstep Dance Tutorial. Итак, волна корпуса. Начнем с вами с мелкоамплитудной волны. Значит, на самом деле у этого движения есть главный секрет, как и у волны руками. Это то, что когда вы выполняете волну, ваше тело должно находиться на одной линии. Значит, в случае с волной корпусом, это как бы такая струнка. То есть, когда я делаю волну, тело мое как бы висит на струне, вот разные части тела, и они относительно этой струны, они двигаются. Вот одна часть тела движется, остальное все находится на месте. Как я добиваюсь этой струны? Я добиваюсь ее за счет вытяжения головой вверх. То есть, макушкой тела я тянусь вверх. Смотрите, плечи расслаблены, тело выпрямилось, вдоль позвоночника у меня вот это вытяжение возникло. Итак, делаю мелко амплитудную волну тела. Я вытянулся вверх, голову пока не буду трогать. Смотрите, плечики максимально амплитудно вперед. Вот они расслаблены, вот вперед. Второе движение. Плечи расслабил на место, вернул. Грудь я поднимаю вверх. То есть не вперед, вот так, а вверх. Что я делаю? Я поджимаю пресс, то есть я поджимаю живот, диафрагму, грудь выходит вот туда. Получается у нас, смотрите, раз, грудь вверх, да? То есть плечи на место, грудь вверх. Чем вы сделаете выше и амплитуднее, тем лучше. Следующее движение. Живот пока мы не трогаем, хотя с животом классно делать на самом деле. Грудь возвращаю на место и попой вперед. Вот это важное движение. Одно из моих любимых движений на разминке, вот это движение, да? Когда мы делаем вот так. Что важно, когда мы это делаем, да? Заизолировать корпус. То есть не вот так, а только бедрами, только тазом, таз. Итак, посмотрите еще раз. Плечи, раз. Плечи на место, грудь вверх. То есть плечи расслаблены. Грудь на место. Таз. И значит, после таза волна уходит в ноги. Мы с вами сделаем два движения. Таз на место. Сделаем ролл коленочкой. Раз, вовнутрь. Небольшой. Тык. И второй коленочкой. Два. Еще раз, смотрите. Раз, два. То есть плечи. Раз. Встаньте, сделайте вместе со мной. Грудь. Два. Плечи ушли на место, расслаблены. Грудь на место. Таз. Три. И таз ушел на место. Ролл коленкой раз, ролл коленкой два. Делаем вверх. Отсюда колено на место. Опа. Три. Опа на место. Грудь. Вверх. Четыре. Грудь на место. Плечи. Пять. Еще разок посмотрите бок. Раз. Плечи на место. Грудь. Два. Грудь на место. Бедра. Три. Бедра на место, коленка 4, другая коленка и раз, опа, 2, грудь, 3, плечи. Вот так должна выполняться волна, мелкоамплитудная волна тела. Вот такая волна. Да что ты будешь, как не захочу показать под музыку, музыка все время заканчивается. Значит, мелкоамплитудная волна тела. Могу голову, да, добавить? Смотрите, значит, маленький такой секрет. Чтобы она прикольнее выглядела, волна такая была, немножко волна так а-ля Поппин Джон, скажем, да, я плечиками не одновременно делаю, а по очереди. Раз-раз, раз-раз, раз-раз. Вот такую штуку, смотрите. Так. Вот, значит, сейчас мы с вами разберем, я вам покажу несколько основных ошибок при выполнении мелкоамплитудной волны тела. Смотрите, ошибка первая. Грудь идет вверх, а когда делают ошибочно, грудь идет вперед и плечи назад. Вот так. Получается вот так. Так не надо, не надо. Грудь вверх, плечи на низ. Раз, раз, да,
на месте. Не вот так. То есть плечи назад не трогать, не убирать, грудь вперед не убирать. Следующая ошибка. Когда у нас бедра, таз уходит вперед, многие вот так вот, как бы сказать, тулятся сразу, да? То есть делают вот так, раз, раз. Это не вот это, такого нет здесь, да? То есть раз, раз, тело на месте стоит. Давайте еще раз попробуем сделать вместе со мной мелкую волну тела. Плечи, то есть тело находится на струне. Плечи, плечи на место, грудь. Все подвешено, остальное свободно. Грудь на место. Таз. Таз на место. Коленка, коленка. Таз. Грудь. Плечи. Вот это мелкая амплитудная волна тела. И вторая волна, которую я вам сейчас покажу, волна вперед. Вторая волна, которую я вам покажу, это широко амплитудная волна тела. Значит, делаем ее сейчас в совсем широком формате, потом чуть поуже. Смотрите. Наклоняем. Вот наклонился примерно до того, что тело параллельно полу. И начинаем вот так. Голова пошла. Плечи расслаблены. Голова. Руки и корпус прогибают. Голова дошла до определенной точки, она выпрямляется. Плечи дошли до этой точки, останавливаются. Грудь дошла до этой точки, останавливается. И бедра пошли у нас. Раз. Еще раз давайте посмотрим. Попробуйте выполнить это движение вместе со мной. Еще раз. Напоминаю, что когда вы делаете волну, немножечко поднапрягайте чуть-чуть свое тело. Чуть-чуть, вот когда вы учитесь особенно. То есть почувствуйте мышцы ваши. Можно делать такую же волну, да, но не сильно широкую, чуть-чуть поуже. Вот она же, в принципе. Сравните вот эту волну, сравните ее с мелкоамплитудной волной. Так, мелкая волна. Волна покрупнее. В чем разница? Разница в том, что в мелкой волне я не двигаю позвоночник свой. То есть позвоночник — это ось, стержень. Он может быть прямым, так, либо в какой-то позе стоять, но тем не менее, да? Хотя я могу на самом деле двигать позвоночником, но это немножко другая волна. В широкой волне я работаю позвоночником. Позвоночник, спина, да, бедра. Вот такая вот у нас широко амплитудная волна. Сейчас я вам покажу, как эти две волны вообще выглядят в танце, то есть как их можно применять, сочетая с волной руками. Если вам нравится это видео, нажмите лайк, подпишитесь на мой канал вот тут,
и смотрите мои обучающие видео вот здесь. С вами был Владимир Шереметьев и обучающее видео Dubstep Dance Tutorial.